Всем привет! Меня зовут Иван Попрой, я рад приветствовать вас на своем канале. Буквально пару дней назад Александр Пасечник выставил видео в Ютубе о кидалово с Алиэкспресса, как его кинул Китай. Я хочу снять тоже маленький ролик по этому поводу, так как это я Александру дал этот сайт, где китаец продавал эти стамески. И как бы мы приобрели точно так же он и я, и многие люди с форума, крупного, серьезного, классного форума, форум на точку, пчеловодческий форум, где многие люди купили, повелись на этот, как бы, на этого китайца, на этого продавца и купили, как бы, заказали стамески, которые были с нержавейки, которые стоили всего там 62 цента. Вот и я как бы повелся на такую недорогую стамеску, но в итоге получил точно так же вот такую посылку. Совсем понятно, что это не стамеска, а это свисток, потому что я знаю, что здесь свисток, потому что все начали получать именно такой товар. Так что вместо стамески свисток. Я хочу попросить извинения у Александра Пасечника, что сбил его на такую покупку. Но у меня есть некоторые вопросы по этому поводу, потому что китаец на обман это не похоже, потому что политика Алиэкспресса, как бы, она страхует покупателей, она возвращает деньги. И на обман это не очень похоже, потому что все равно китаец, продавец остался без товара и без денег. То есть он этим ничего не выиграл. Но у нас есть свистки и есть, возвращают, Алиэкспресс возвращает деньги. Как бы на обман не сильно похоже, похоже на техническую ошибку. Но с другой стороны, техническая ошибка тоже как-то непонятна. Я понимаю, там проблемы перевода, но здесь было не только перевод, здесь были полностью рисунки, картинки, описания. И как бы техническая ошибка тоже как бы не очень похожа. Остается думать, что это продавец зарабатывал, хотел на этом заработать отзывы, хороший рейтинг поднять, так как магазин зарегистрирован совсем недавно. И в принципе, может, каким-то таким способом. Ну, я думаю, что люди начнут отписываться, открывать споры, возвращать деньги назад и ставить негативные отзывы этому продавцу. Вот такое коротенькое видео. Это как флешмоб по свисткам, вместо стамески свисток. В принципе, дело не в деньгах, не в 60 центах. Дело в том, что как-то непонятно вот эта вся ситуация. Обман ли это, или это техническая ошибка, или это каким-то способом продавец захотел набрать рейтинга. Вот такое видео. Кстати, продавец уже удалил товар этот, на магазине нету. Магазин этот торгует купальниками, женским там бельем. Такого товара нет. Именно стамеска, которая предлагалась, она, ее нет. Ее уже продавец удалил. Ссылки на этот магазин будут в описании под этим видео. Кому понравилось, лайк. Кому не понравилось, дизлайк. Подписывайтесь на мой канал. Будет еще много чего интересного. Все, всем пока. Всем спасибо, до новых встреч. Это тебе подарок от китайца. Че, он еще и не свистит? Ух ты, классно свистит. Ну, передай привет, YouTube. Привет. Скажи привет, YouTube. Привет, YouTube. Так что, вот такой. Вот такая посылка. Вот так китайцы осознанно или неосознанно обманывают нас.